Итак, шоколад Альпен Гольд, клубнично-йогуртовая начинка, опять клубника. Это красный цвет, а значит, возможно, здесь в составе имеется какой-то запрещенный или нежелательный, сомнительный краситель под названием кармин. Смотрим состав, что же все-таки здесь используют в виде красного цвета. Читаем. Сахар, жир растительный, масло пальмовое, сыворотка, молочный, какао тертое, молоко, цельный сухой жир, молочный, порошок клубничный, йогуртовый порошок, эмульгатор, лецитин соевый, Е476, это не кармин, имейте в виду, это один из тоже эмульгаторов, молоко сухое, безжиренные ароматизаторы, регулятор и так далее. То есть в составе не имеется кармин. И значит, претензий к красному цвету у нас нету, как и к шоколаду в целом.